Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Balabha Giri Varadha.
Se Jagannath Baladev Subhadra ki jai, Shishi Gaur Nitai ki jai, Nitai Gaur Premanande. Харе Кришна, доброе утро, дорогие преданные. Пожалуйста, благословите. Спасибо большое. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Намо Бхагавате Васудевая. Намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя. Нарам чива наротамам. Девим сарасватим вьясам. Като джая мудирае. Нашта праеша бхадришу, нитья бхагавата севая, бхагавати юттама шлоке, бхактир бхавати наштики. Сегодня мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам, песнь первую, главу вторую, божественность и божественное служение. Текст четвертый. Это знаменитый текст. Я думаю, что почти все его знают наизусть. Так что мы сейчас его повторим. Нараяна намаскритя. Нараяна намаскритя. Нарам чайва нароттамам. Нарам чайва нароттамам. Девим сарасватим вьясам. Девим сарасватим вьясам. Тато джая мудирае. Тато джая мудирае. Нараяна намаскритя. Нараяна намаскритя. Нарам чайва нароттамам. Нарам чайва нароттамам. Девим сарасватим вьясам. Сам тато джая мудирае. Нараянам намаскритья. Нараянам намаскритья. Нарам чайва нароттамам. Нарам чайва нароттамам. Девим сарасватим вьясам. Девим сарасватим вьясам. Тато джая мудирае. Нараянам намаскритя. Нарам чайва нароттамам. Девим сарасватим вьясам. Тато джая мудирае. Нараянам намаскритя. Нарам чайва нароттамам. Девим сарасватим вьясам. Тато джая мудирае. Вайшнави, пожалуйста. Нараянам намаскритя. Нарам чайва нароттамам. Девим сарасватим вьясам. Тато джая мудирае. Нараянам намаскритя. Нарам чайва нароттамам. Девим сарасватим вьясам. Тато джая мудирае. Пословный перевод. Нараянам. Нараянам. Перед личностью Бога. Перед личностью Бога. Намаскритья. Намаскритья. Склонившись в глубоком почтении. Склонившись в глубоком почтении. Нарам чайва. Нарам чайва. И Нараяной Риши. Нараяной Риши. Нараутамам. Нараутамам. Лучшим из людей. Лучшим из людей. Девим. Девим. Богиней. Богиней. Сарасватим. Сарасватим. Госпожой учености. Госпожой учености.
Вьясам. Вьясам. Вьясадевой. Вьясадевой. Татах. Татах. Затем. Затем. Джаям. Джаям. Все, что предназначено для победы. Все, что предназначено для победы. Удирает. Удирает. Провозглашается. Провозглашается. Перевод стиха и комментарий Его Божественной Милости Абхай Чаранаравинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Перед чтением Шримад-Бхагаватам, который является единственным путем к победе, следует выразить свое почтение личности Бога Нараяне, Наранараяне Риши, лучшему из людей, матери Сарасвати, богини знаний, и Шриле Вьясадеве, автору. Сразу обратите внимание, Шримад-Бхагаватам является единственным путем к победе. Конечно, возникает вопрос, а что является победой? Вот, что будет победой и к чему ведет Шримад-Бхагаватам и Шрила Прабхупада. Сейчас посмотрим, как он будет объяснять это в комментарии. Так, комментарии Шрилы Прабхупады. Все ведические писания и пураны призваны помочь человеку вырваться из самой темной области материального бытия. То есть кажется, как будто бы Шрила Прабхупада говорит, что вот освобождение, да, является целью, победой. Сейчас посмотрим дальше, да. Из-за того, что с незапамятных времен живое существо слишком увлечено удовлетворением материальных чувств, оно забыло свои отношения с Богом. Его борьбе за существование в материальном мире нет конца. И какие бы планы живое существо ни строило, это не поможет ему прекратить ее. Но если человек действительно хочет победить в этой непрекращающейся борьбе за существование, он должен восстановить свои вечные отношения с Богом. А вот что будет победой, восстановление наших вечных отношений с Богом. И тот, кто хочет воспользоваться этим целительным средством, должен прибегнуть к таким писаниям, как Веды и Пураны. Глупые люди говорят, что Пураны никак не связаны с Ведами, однако Пураны — это пояснение к Ведам, дополняющие их и адресованные разным категориям людей. Люди не одинаковы. Одними управляет гуна благости, на других воздействует гуна страсти, на третьих гуна невежества. Пураны разделены таким образом, что люди всех категорий могут воспользоваться ими и постепенно, восстанавливая свое изначальное положение, покончить с этой тяжкой борьбой за существование. Шрила Сута Госвами показывает, каким образом следует читать Пураны. И тот, кто стремится стать проповедником ведических писаний и Пуран, может последовать его примеру. Шримад-Бхагаватам – безупречная Пурана. И она специально предназначена для тех, кто хочет раз и навсегда вырваться из материальных сетей. Омальяна тимирангасья генанджана шалакая чакшурум милитам ена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ена бутале сваям рупа кадамахьян дадати свападантикам Вандехам Шри Гуру Шри Юта Падакамалам, Шри Гурун Вайшнавамща, Шри Рупам Саграджатам, Сахагана Радхунадханвитам Там Садживам, Садвайтам Савадгутам, Париджана Сахитам, Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха Кришна Падам, Сахагана Лалита, Шри Вишакам Витамща, Хе Кришна Каруна Синдху, Динабанго Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намостуте, Тапта Канчана Гауранги, Радхе Бриндаванешвари, Вришабхану Сути Деви, Пранамами Хари Прие, Ванча калпа тарубьяща, крипа синдубья евача, патитанам паванебьо, вайшнавебьо, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Ватсади Гора Бхактавринда. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама.
Харе Кришна. Итак, здесь Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что Сута Госвами показывает, каким образом нужно читать Пураны. То есть вначале он выражает почтение своему духовному учителю. В предыдущих стихах мы читали это. И сейчас он выражает почтение Наранараяне Риши. Это управляющий божества Шримад-Бхагаватам. То есть когда Вьясадева записывал Шримад-Бхагаватам, он делал это в Бадарикашраме. И он поклонялся Наранараяне Риши, просил их благословения. И под их покровительством, да, Бхагаватам проявился. Поэтому Вишванчакрита Такур говорит, что это управляющее божество, по сути дела. Да, место, в котором Бхагаватам проявился впервые здесь, на этой земле, скажем так, проявился в сердце Вьясадевы. Затем он выражает почтение Сарасвати. И тоже это имеется в виду полубоги, что ли? То есть есть богиня Сарасвати в этой вселенной тоже. Но Вишванчакрита Такур тоже поясняет, что на самом деле точно так же, как есть полубоги в этой вселенной, так же в духовном мире есть их изначальные эти шакти, чьими отражениями являются какие-то энергии в этой вселенной, такие как богиня Сарасвати. Бхактистан Сарасвати тоже в читании Бхагавати объясняет, что есть обычная Сарасвати, это вселенная, а есть Шудха Сарасвати, то есть чистая Сарасвати. Это энергия, которая позволяет прославлять Господа, да, в духовном мире. И также в этом мире, то есть преданные пытаются призвать ее, чтобы она проявилась, и проявилось что-то действительно трансцендентное послание, может проявиться только при помощи Шудха Сарасвати. Никакое красноречие, никакие наши материальные способности, способности оратора, они не способны проявлять Шримад-Бхагаватам. Поэтому это важный пример, который показывает здесь Сута Госвами. То есть он показывает, как Бхагаватам проявляется по милости Господа. А вот сам Господь на самом деле проявляет Шримад-Бхагаватам. И в одном из последних стихов 12 главы, 12 песни Шримад-Бхагаватам есть стих, в котором опять повторяется строчка Сатьям Парам Дхимахи из первого стиха Шримад-Бхагаватам. В конце опять повторяется эта строка, то есть давайте же медитировать на абсолютную истину. И в комментарии там говорится, что в действительности Кришна поведал это знание, то есть вложил Шримад-Бхагаватам в сердце Господа Брахмы, потом Брахма, потом тот же самый Кришна устами Брахмы вложил это знание в сердце Нарады, потом Кришна устами Нарады вложил это знание в сердце, или вложил его, дал его Вьясадеве, поведал его Вьясадеве, потом тот же самый Кришна устами Вьясадевы поведал его Шукадеве Госвами, потом тот же самый Кришна устами Шукадевы Госвами поведал его Махараджа Парикшиту, и там же Сута Госвами, да, присутствовал. И теперь Сута Госвами, вернее, Кришна устами Сута Госвами поведал Шримад-Бхагаватам мудрецам Намишарани. И точно так же Кришна устами Шрилы Прабхупады, да, поведал это знание нам. Шрила Прабхупада сам говорил однажды преданным, что на самом деле это не я пишу эти книги. То есть однажды преданные зашли и увидели, что Шрила Прабхупада сидит и читает Шримад-Бхагаватам свой. И преданные так удивились, сказали: Шрила Прабхупада, вы читаете свои книги? Он говорит: да, обычно писатели не читают свои книги. Это лишь говорит о том, что это не мои книги, это не я писал. На самом деле каждый день Кришна приходит ко мне, и я, да, записываю под его диктовку эти книги. Вот. Поэтому именно так очень важно относиться к этим книгам, что это не просто комментарии. На самом деле это сам Кришна обращается к нам, вот, со страниц Бхагаватам. И Шрила Прабхупада в конце третьей главы напишет о том, как Бхагаватам может быть постигнут, что тот, кто чист, да, чист сердцем, то есть он может постичь Бхагаватам. Чтобы быть чистым сердцем, нужно следовать регулирующим принципам, вот, четырем принципам. Вот, и тот, кто не чист в поступках, не может быть, да, чист в своем сердце. А дальше Шрила Прабхупада говорит: ну так или иначе,
Если преданный все равно регулярно слушает Бхагаватам, то в конце концов он увидит самого Кришну на страницах Бхагаватам. Да, это то, что можно ощущать, когда читаешь Бхагаватам. То есть если преданный погружается в изучение Шримад-Бхагаватам, то в какой-то момент он начинает чувствовать, что сам Кришна, да, раскрывает это знание, то есть начинает ощущать трансцендентность этого произведения. Вот. И здесь говорится, ну, о том, что Сута Госвами показывает пример настоящего рассказчика Шримад-Бхагаватам. Рассказчик не должен подавать это знание от себя, как будто бы он источник этого знания. На самом деле он также молится о том, чтобы это знание проявилось. И в Скандапуране описывается качество истинного рассказчика и истинных слушателей Шримад-Бхагаватам. Тоже, наверное, стоит вспомнить в этой связи. Качеством рассказчика, истинного рассказчика Шримад-Бхагаватам заключается в том, что такой рассказчик, он понимает, что Шримад-Бхагаватам — это божество. То есть это сам Кришна. И Кришна может явиться только по своей милости. Как бы я тут ни изворачивался, пытаясь, да, красиво представить это все, проявить Бхагаватам, если Кришна не захочет, никакое мое красноречие, никакие мои способности не позволят. Поэтому преданный должен молить, на самом деле, чтобы Господь как-то проявился. Что и делает здесь Сута Госвами. По сути дела, он молится Наранарайане Риши, молится богине Сарасвати, то есть богине как духовного красноречия, чтобы именно трансцендентный Шримад-Бхагаватам проявился. И он завершает словами «Джаян Удираед, Шримад-Бхагаватам Ки, Джай, Джаян, Джаян». То есть единственный путь к победе. Это очень воодушевляет всех, да, слушающих, что это то, что по-настоящему может вызволить душу из этого мира. Однажды Господь Читания, после того, как он обратил или как превратил в преданного Сарвабхаума Бхаттачарью, он застал его в момент, когда Сарвабхаума Бхаттачарья повторял один стих, знаменитый стих. Татейну камсам сусамикшаманам бутмана эва покритам випакам. И он завершает мукти падеса даябак. Да, этот стих так звучит. Но что сделал Сарвабхаума Бхаттачарья? Он слово мукти заменил на бхакти. Бхакти падеса даябак. Вот, то есть подменил одно слово Шримад-Бхагаватам. И Господь Читания это услышал. То есть суть этого стиха такова, что когда преданный, даже когда к нему приходят какие-то последствия его предыдущих поступков, какие-то реакции приходят в его жизнь, он никогда никого не обвиняет. Он смиренно принимает это и продолжает поклоняться Господу своим телом, своей речью, своим умом и всей своей душою. Да? То есть он продолжает служить, поклоняться Господу, следовать процессу. И вот такой преданный уже достоин освобождения, говорится. Оно становится его законным правом. И вот Сарвабхаума Бхаттачарья взял слово «освобождение», заменил. Такой преданный достоин бхакти, да, оно становится законным правом. Так, он подменил это слово. И Господь Читания сказал, а что это ты меняешь стихи Шримад-Бхагаватам? Это непозволительно делать? И тот сказал, дорогой Господь, ну, я столько времени потратил, чтобы гоняться за этим мукти, освобождением. И по твоей милости я сейчас понял, что это была просто такая, да, пустая цель, не в этом цель вообще. Поэтому мне стало ненавистно это слово, я потратил почти всю свою жизнь впустую. Бхакти является настоящим, да, плодом настоящей победы. Господь Читания сказал, тем не менее, нельзя, да, менять слова. На самом деле мукти, когда говорится мукти в Шримад-Бхагаватам, имеется в виду бхакти, потому что истинное освобождение — это бхакти. И Шрила Прабхупада как раз в комментарии отмечает это. То есть вначале он говорит, вот вырваться из круговорота рождения смертей, из вот этой пучины, иллюзии, в которой люди находятся. А потом говорит, что тот, кто действительно хочет это сделать, ему нужно восстановить свои отношения с Кришной. И как преданный восстанавливает свои отношения с Кришной? Благодаря преданному служению, бхакти. То есть так отношения с Господом восстанавливаются. Вот. И
Господь Читание опять попросил Ясадева повторить, но он опять слово мукти перевел как бхакти. И Господь Читание убил его и сказал, я вижу, что стал настоящим преданным. Стал ценить бхакти гораздо выше, чем мукти. Да. И Шримад Бхагаватам является единственным путем к победе. Почему? Потому что Бхагаватам пробуждает опять эту истинную бхакти в сердце человека и помогает восстанавливает отношения с Кришной, возвращает нас в наше изначальное положение. Вот такое есть писание, представьте. Зачем же нужны другие писания, как говорит Ясадева во втором стихе Бхагаватам, что это как дхарма прожита кайта утра, парамонир мацаранам сатан, видья ваставам атра васту шивадам тапатраил муланам, шимат бхагавате махамуни крит крит вам парах ишварага. Садьо хри аварудхьяте утра, тритивис шушубис таткшанам. Да. Вот, то есть, зачем же нужны другие писания, он говорит, если просто благодаря как вопрошающему слушанию, если преданный с вопрошанием начинает слушать Бхагаватам, то Кришна тут же утверждает свое сердце. Представьте, какая победа вообще. Чтобы пригласить Кришну в свое сердце, нужно проделать огромный путь. Обычно вот в ведической культуре человеку нужно проделать огромный путь, может быть, даже не одну жизнь. Но Бхагаватам тут же может пробудить, проявить Кришну в сердце. Как только в сердце преданного проявляется стремление слушать Бхагаватам, Кришна тут же появляется в его сердце. И в другом стихе Шримад Бхагаватам, здесь же во второй главе, чуть позже будет говориться Шринватах Свакатха Кришнах, Пунья Шравана Киртанах, Хридьянто Стох Ябадрани Видгуноти Сукрит Сатам. Что Кришна, параматма в сердце каждого, наблюдает за действиями преданного. И как только он видит, что в преданном пробуждается желание слушать его послание, он тут же начинает очищать сердце от влияния низших гун, то есть помогает преданному, по сути дела, утвердиться в духовной своей позиции, в духовной, пробудить свою духовную природу. То есть тут же Кришна, как только он видит искреннее желание слушать преданного, Кришна тут же начинает участвовать в этом процессе. То есть он проявляется уже в жизни преданного. Может быть, мы это даже будем не замечать так вот ярко, но мы будем чувствовать, что как-то вот вдруг я начинаю понимать то, о чем говорится в Шримад Бхагаватам. Как Бхактичару Махарадж, в 93-м году еще, я помню, первый раз приехал в Индию, Бхактичару Махарадж рассказывал лекцию, то читал лекцию по Бхагаватам в храме. И мне очень запомнилась история, которую он рассказал. Это как иллюстрация, как милость Кришны проявляется в жизни преданного. Шрила Прабхупада, он рассказал, как Шрила Прабхупада принимал преданных в Кришна Баларами. Приходили разные люди, и пришла целая группа последователей Нимбарка Сампрадая. Они были с такими мешочками затертыми, тут видно такие, у них худощавые были лица такие, аскетичные такие садаки. То есть видно, что серьезно практикующие преданные. И целая группа, человек, наверное, 10 пришло их. Шрила Прабхупада их заметил, спросил, как давно вы практикуете. Они сказали, мы родились в этой традиции, но серьезно практикуем последние лет 15. Вот, и Шрила Прабхупада покачал одобрительно головой, джай. Вот. И потом он что-то продолжил с ними говорить, и через несколько буквально фраз выяснилось, что они не понимают разницы между Брахма, Вишну и Шивой. Что они считали, что они на одном уровне. И Шрила Прабхупада тогда увидел бхакту, сидел такой бхакту, еще торчащая шикха такая. Только-только вот его побрили, первый раз приехал в Индию, может быть, бывший хиппи, он прибыл. И он сказал, ну-ка расскажи, кто такой Вишну, Брахма и Шива. И тот рассказал, из Кришны исходит Баларама, первая экспансия Господа. Из Баларамы исходит первая четвертьюха, четвертичная экспансия Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анирудха. И вот из этого Санкаршана исходит Маханараяна, повелитель всех планет Вайкунх. Из Маханараяны исходит вторичная четвертьюха Васудева Санкаршана, Прадюмна и Анирудха.
И из Санкаршаны исходит Махавишну, то есть Господь, который творит эти вселенные, из пор на его коже исходят все вселенные. Он является экспансией, да, Господа Санкаршаны. И дальше Махавишну проявляется в виде Гарбхадакшая Вишну, из его пупа вырастает лотос. На этом лотосе появляется первое живое существо, Господь Брахма. А Господь Брахма не является воплощением Господа, он джива, но наделенный особыми полномочиями, да, творческой энергией Господа, творить эту вселенную. Вот. А потом, когда Брахма гневается на своих, да, сыновей, появляется Шива. Шива не является также непосредственно экспансией Вишну, но в то же самое время он и не джива. То есть он шива-татва, особая, как бы, где-то между дживами и Вишну, то есть такое, как частичное проявление. И Шрила Прабхупада улыбнулся, сказал: смотрите, он все знает. И Бхагавачара Махарадж тогда, он тоже как вырос в вайшнавской культуре, он говорит: я очень поразился. То есть я смотрел на этих людей, которые всю жизнь провели традицию, 15 лет они серьезно практикуют, и они не понимали разницу между Вишну, Шивой и Брахмой. И тут какой-то бхакта, да, с, ну там, 2 месяца вообще с запада родился, в общем, нарушал все какие можно только эти принципы до этого, жил такой распущенной какой-то жизнью, хиппи бывший, и вот он буквально пару месяцев, и он уже, да, уже все понимает. Он говорит: я тогда осознал величие Шрилы Прабхупады, то есть как Прабхупада может пробуждать, да, особое, как бы, могущество, пробуждать вот эту осознанность. И по милости Шрилы Прабхупады, по милости Кришны также, то есть когда преданный искренне слушает, в нем пробуждается вот понимание. Я думаю, все из вас практически понимают уже разницу между Брахмой, Шивой и Вишной, правда? Не думайте, что это так просто. То есть, Атри Ариши, великий мудрец, который являл веды, представьте, то есть он мог быть вот этим вот, кто из, как вчера, позавчера, да, Гаварахам Гупал, вчера Гаварахам Гупал Парву рассказывал, что великие мудрецы, то есть они могли как услышать эти веды, которые вечно звучат там в этом, в эфире, и проявить их в этом мире. Вот он был одним из таких мудрецов, то есть обладал таким могуществом. И он молился, чтобы Господь стал его, чтобы повелитель этой вселенной стал его сыном, но не мог понять, кто же это, Брахма, Вишну или Шива. На всякий случай всем троим молился. И все трое явились перед ним. Вот. Представьте, оказывается, это не так просто понять, кто же верховный на самом деле. И если вы будете читать просто ведическую литературу без Шримад-Бхагаватам, можно запутаться на самом деле. То есть кто же, потому что Пураны, посвященные для людей гуни-невежества, они провозглашают, что Шива – верховный повелитель. Пураны для людей в гуни-страсти – там Брахма – верховный повелитель. А Пураны для, в гуни-благости – там Вишну – верховный повелитель. И, соответственно, ну, можно и оттуда цитировать, и оттуда, и можно запутаться. И даже один ученый, индолог, да, или как востоковед, из Германии, то есть он пытался разобраться и запутался, он не мог понять, кто же у них верховный в конце концов. Дай-ка я съезжу на месте, разберусь. Да, он приехал в Индию, начал ходить по разным храмам, смотрел, как бы вот расспрашивал, и везде видел Господа Шиву с таким трезубцем, да, то есть и, там Дурга, вся с этими саблями, там с мечами, в общем, с разными оружием тоже. Господь Нараяна, да, с 4 тоже там, булава, и чакра есть. И потом, в конце концов, он пришел в храм, где стоял Кришна с флейтой в руках. И он подумал: вот он, вот этот точно верховный. Он просто играет на флейте, и все происходит. Да, то есть так, все происходит. Таким образом он, да, пришел к пониманию методом, да, логики. Даже логически можно прийти, да, к пониманию. Конечно, по-настоящему Кришну раскрывает Шримад-Бхагаватам. То есть Кришна раскрывает Шримад-Бхагаватам как верховное божество, да, то есть как аватари, то есть тот, из кого исходят все другие воплощения. Эти Чамша Калах Кришнас, Кришна Сту Бхагаван Сваям, Индрари Вьякулам Лукам, Ридаинти, Юге-Юге. Да, что среди всех перечисленных воплощений и как
воплощений воплощений, также различных частичных или полных воплощений. Кришна является тем, с кого все исходит. И вот, собственно, Шримад-Бхагаватам постепенно показывает это и утверждает, да, Кришну в сердце преданного, и пробуждает, да, помогает восстановить отношения с ним, пробуждает вновь отношения с ним. Вот таково удивительное это произведение. И, конечно, такое произведение, трансцендентное полностью произведение, то есть Шримад-Бхагаватам от начала до конца, совершенно нематериальное произведение, полностью трансцендентное. Проявить его невозможно при помощи материальных способностей. Последнее, что расскажу, и потом можно будет, да, что-то пообсуждать. В Навадвипе жил один ученый, известный как Дивананда Пандит, который с самого детства не читал никаких книг, кроме Шримад-Бхагаватам. То есть представьте, он знал о славе Шримад-Бхагаватам. Он с самого детства следовал всем брахманическим принципам. То есть это три раза омовение в день, повторение гаятри, поклонение Шрила Грамашили. То есть он все это, он как бы совершал все необходимые ритуалы. И он практически наизусть знал Шримад-Бхагаватам. То есть не просто как бы понимал, он знал наизусть. И он был таким рассказчиком Шримад-Бхагаватам. Но при этом на самом деле он не был преданным. Вот так можно, оказывается, читать даже Шримад-Бхагаватам и не быть преданным. Как Госвами Махараджа сказал, что Бхагаватам, поскольку это воплощение Господа, то есть он может как Махинимурти, как вести в заблуждение, да, неквалифицированных людей. Если человек подходит к изучению Бхагаватам свысока, сейчас я тут все своей логикой ума, да, сейчас все выясню, да, то есть такой как бы свысока пытается постигать это писание, то тогда Махинимурти, то есть Господь явит свою форму Махинимурти и нектар украдет у него. То есть куча каких-то смыслов проявлял этот Дивананда, у него были какие-то заумные смыслы, то есть он читал и какой-то вообще смысл, которого, ну, трудно себе, в общем, выдумывал какие-то разные смыслы. И люди, ученики выдумали, какой у нас вообще великий учитель. Он рассказывает такое, что никто никогда на него не рассказывал, особо знающий Шримад-Бхагаватам. И вот они учились, да, и однажды Шивастакур зашел к ним, услышал, что декламируется Бхагаватам, и он привлекся, зашел туда, сел среди всех, и как только он услышал стихи Бхагаватам, он-то настоящий, личность Бхагавата, да, поэтому у него сразу према, которая живет в его сердце, она пробудилась просто, он вспомнил о Кришне сразу и заплакал, зарыдал и рухнул на полу, да, рыдая, да, в любви по Кришне. Но поскольку сердце Дивананды Пандита было сухим от логики, и также было и у его учеников, они не поняли. Они подумали, какой-то сентименталист мешает здесь нам слушать Бхагаватам. И они, ученики, начали его сначала пихать. Но да, Шривастакур был где-то уже вне этой реальности. Тогда они его взяли просто за руки, за ноги и выволокли, и в кувет его просто, да, кинули. И Дивананда Пандит даже не остановил это. То есть он согласился с этим действием. И так он совершил еще большее оскорбление. В результате Господь Чайтанья, проходя, ну еще будучи Нимай-пандитом, проходя мимо него, он в какой-то момент закричал: «Эй, Дивананда, какое ты имеешь право прикасаться к этому трансцендентному писанию? Это писание наполнено вкусами трансцендентной любви. А твое сердце сухое, как камень, ты вообще ничего не чувствуешь. Как ты можешь рассказывать Шримад-Бхагаватам? Я сейчас порву твою книгу!» Да. Он бросился, преданно его просто схватили, удержали, еле-еле удержали Господа Чайтанью. Эти, на самом деле, это была милость по отношению к Дивананду Пандиту, потому что эти слова его как бы попали прямо в сердце ему. Когда Господь Чайтанья кого-то ругает, это тоже милость. Или даже когда он убивает демонов, Кришна, когда убивает демонов, это тоже милость. То есть человек в результате получает освобождение. Также Дивананда Пандит получил милость. И в чем эта милость заключалась? Это то, что в глубине сердца он понимал, что он прямо сказал, ну, точку попал. Я действительно ничего не чувствую. Я выдумываю какие-то смыслы, но у меня нет никаких чувств, никаких переживаний. У меня нет любви к Кришне.
Что же делать? Где мне взять? Да, то есть он ходил с этими мыслями, и вдруг он видит, в Навадвипе танцует, переполненный как раз чувствами, Вакрешвара Пандит, один из спутников Господа Чайтаньи. Вот, и Дивананда Пандит тут же, да, подумал, о, вот он, переполнен чувствами. И он начал служить этому преданному. То есть, что он начал делать? Поскольку он пользовался большим авторитетом среди всех жителей Навадвипы, то есть он помогал держать дистанцию. То есть люди напирали, чтобы увидеть Вакрешвара Пандита. И он отодвигал их. В общем, иногда замахивался даже палкой, всех разгонял, то есть отодвигал кольцо, и так он позволял Вакрешвара Пандиту танцевать. А когда Вакрешвара Пандит, переполненный экстазом, начинал падать, он подхватывал его на руки, вот, и стирал пыль с его тела и наносил себе на голову. Потом он пригласил Вакрешвара Пандита к себе в ашрам, вот, дал ему комнату, подносил ему прасад, как бы служил всячески. Вот. И Вакрешвара Пандит проникся к нему теплыми чувствами. И начал ему рассказывать о Господе Чайтанье. Раскрывать, да, о Кришне. И у Дивананда Пандита начала пробуждаться вера в Господа Чайтанью. До этого он, ну, как бы сидел там у себя в Навадвипе. И даже когда Господь Чайтанья шел к Чандукази, миллионы людей там пели киртан, даже все высшие планеты, даже с Вайкунхи, все как бы, ну, видели, что происходит. Дивананда Пандит сидел там и, по всей видимости, так, знаете, что они там кричат? Иногда такое можно видеть в этих самых где-нибудь. Преданные заходят с киртаном, поют, как бы нет бы присоединиться, да? Нет. Да, то есть так. Ну, со всем уважением, да, к этим преданным тоже. Но Дивананда Пандит сидел, да, делал вид, что он изучает Шримад-Бхагаватам. При этом сам Господь Чайтанья в окружении спутников, да, Маха-Бхагават, то есть воспевали святые имена, столько экстаза там было. Он все это пропустил, вообще не мог воспринять Господа Чайтанью. То есть у него не было веры в Господа Чайтанью. И причина этого была в том числе оскорбление, которое он нанес Шривастакуру. Его привязанность к капиталистической, просто религиозной жизни. Вот. И благодаря Вакрешвара Пандиту в нем пробудилось вот это вот семя, как семя шрадхи настоящей, семя истинной веры. И поэтому в какой-то момент, когда Господь Чайтанья пришел в Навадвипу и воспевал прямо на улицах Навадвипы после принятия саньясы уже, Дивананда Пандит пришел и упал к стопам Господа Чайтаньи. И в этот момент Господь Чайтанья уже его не ругал, потому что сердце Дивананда Пандита уже поменялось. И он сказал, садись рядом. Вот, и Дивананда Пандит вознес молитвы Господу Чайтанье и потом попросил его, дорогой Господь, у меня есть одна просьба. Меня называют знатоком Шримад-Бхагаватам, но на самом деле я всю жизнь читаю, да, Шримад-Бхагаватам, и я учу других. Но кто я такой, чтобы учить этому писанию? Сейчас я понял, что я вообще не понимаю Шримад-Бхагаватам. Пожалуйста, скажи мне, как его преподносить? И Господь Чайтанья раскрыл суть Шримад-Бхагаватам и также метод, каким образом доносить его. Хотите услышать? Ну, вкратце, да, своими словами. Ну, может быть, на следующем фестивале. Ну, ладно. Сегодня. Вот. И он сказал, послушай, как нужно, да, рассказывать Шримад-Бхагаватам. В действительности, в самом начале, в середине и в конце не говорится ни о чем Шримад-Бхагаватам, кроме как о бхакти. Поэтому, рассказывая Шримад-Бхагаватам, ты должен всегда говорить только о бхакти. Если ты будешь это делать, то ты сам будешь счастлив, и другие будут счастливы. Бхагаватам будет проявляться, означать. Вот таким образом. Это первое, что он сказал. Потом он говорит, что Бхагаватам – это необычное писание. Являясь воплощением Господа, это литературное воплощение Господа, Бхагаватам является точно так же, как и аватары Господа. Он может явиться и может также уйти. Например, сегодня Бхагаватам может проявиться в нашей жизни, а завтра он может уже уйти. Поэтому Бхагаватам, на самом деле, каждый раз надо проявлять.
Каждый раз нужно молиться, чтобы Бхагаватам явился. То, что если вы даже закончили Бхакти-вайбхаву, Бхакти-веданту, вот у вас есть диплом уже, и если вы начинаете думать, я знаю Шримад-Бхагаватам, и Господь Чайтанья говорит, что тот думает, что он знает Шримад-Бхагаватам, на самом деле он ничего не понимает из этой Пураны. Потому что Бхагаватам — это сам Кришна. Постичь его, на самом деле, до конца невозможно. Это все время. И он, только он может явиться. То есть от того, что вы там что-то изучили, это еще не факт, что вы как бы, да, знаете. Но что же делать нам, если мы даже его не знаем еще, и даже из стихов особо, то есть, может быть, несколько стихов кто-то знает, может, вот этот Нараянам Намаскритья кто-то выучил уже да, хотя бы один стих. Что же нам делать, да, простым людям, родившимся в России? Как же нам быть? И Господь Чайтанья говорит, даже если человек неграмотный, но если он почитает Шримад-Бхагаватам, поклоняется ему, Бхагаватам явится этому преданному. Харе Кришна. То есть вот искреннее вопрошание, да, то есть вот что является преданность, вот, это является настоящей квалификацией истинного слушателя. А квалификация истинного рахкачика заключается в том, что он понимает, что такое Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам — это необычное произведение. Оно является не благодаря моей красноречию, или даже тому, что я заучил кучу шлок, или даже тому, что я там прошел и Бхакти-веданту, и Бхакти-вайбхаву, и все там экзамены сдал, и, в общем, все у меня титулы есть. Это не является квалификацией для рассказчика, а только смиренное вопрошание, молитва и преданность, желание, да, то есть быть просто инструментом проявления Шримад-Бхагаватам. Вот что является квалификацией для рассказчика Бхагаватам. В Скандапуране также говорится, что рассказчик Бхагаватам должен уметь представлять Бхагаватам в соответствии с аудиторией, которая его слушает. Если это простые люди, то нужно на простом языке. Если это философы Майявади, то с ними надо, да, очень философски, да, это все обсуждать. Прабхупада, да, он тоже обучал преданных, как это делать. Вот. То есть такова квалификация рассказчика. И здесь мы видим, как Сута Госвами показывает этот пример. То есть он не говорит, сейчас я вам расскажу, да, тут Шримад-Бхагаватам. Вот. Он молится своему духовному учителю, он молится Господу, молится о благословении, возносит молитвы Сарасвати, трансцендентной богини учености, и молится Весадеве, автору, изначальному автору Шримад-Бхагаватам. То есть таким образом он занимает смиренное положение, понимая, что только по милости всех этих личностей, то есть Бхагаватам может проявиться, это трансцендентное послание проявится в нашем беседе, в нашем сейчас обсуждении. И провозглашает Джаям Удираед, так пусть же, да, пусть же это победа, да, проявится сейчас. Харе Кришна. На этом я остановлюсь. Да, пожалуйста, может, какие-то вопросы. Микрофон есть второй? Да. Вот из этой же главы стих 1-2. Там говорится в переводе, что смысл, да, то есть то, что почти полностью уничтожается, да, уничтожает все, то, что вызывает тревогу в сердце. Почему говорится, что почти полностью на начальном этапе, но потом, в конце концов, да, то есть там просто это как ступени описывается. То есть дальше Сута Госвами, благодаря регулярному посещению Бхагаватам, да, то есть практически почти полностью это происходит. Но еще кое-что надо, да, то есть нужно еще, так сказать, пройти, да, в своем развитии определенный путь. И там описывается, то есть описываются стихи от Шрадхи до Премы. То есть это описывает ступень, насколько я понимаю, Баджана Крии, то есть или Ништи, да? И Ништи, да. То есть там несколько, по-моему, ступеней в этом стихе. То есть благодаря этому преданный утверждается. Это почти уже, почти.
полностью, да, на уровне нишки на 70%, 75% где-то в соответствии с Вишванатха Чакраватитакуром, преданный освобождается от каких-то загрязнений сердца, от анартх. Но потом еще там дальнейшие ступени. Это тоже Бхагаватам дает. То есть преданный, практикуя также то, о чем написано в Бхагаватам, и следуя процессу, продолжая слушать Бхагаватам, он доходит до высшего совершенства. То есть Бхагаватам — это описание определенных ступеней на пути развития бхакти. Угу. Так, пожалуйста. Я повторю сейчас, да. Спасибо большое, да, за вопрос. Ну, этот вопрос касается того примера, который я приводил с этими последователями Нибарка Сампрада и этим новоиспеченным Бхактой, который уже знал разницу между Вишну, Брахма и Шивой, а у тех были качества. То есть те люди, они всю жизнь выросли, ну, в культуре определенной, у них были качества. Конечно, это имеет значение, несомненно, и преданному не нужно гордиться, но Бхактичару Свами как раз описывал величие Шрилы Прабхупады, что даже такой преданный, который только что где-то там валялся грязный на улицах там американских каких-то городов, как хиппи там где-то он, да, курил там все эти анашу там еще что-то, теперь он уже понимает, кто такой Брахма Вишну. Это, конечно, милость Прабхупады. Вот. И я привел этот пример, чтобы показать, как Бхагаватам и полученные от личности Бхагаваты, да, то есть от Шрилы Прабхупады, как он даже такого человека пробуждает в нем такие понимания, которые даже люди, обладающие вот теми качествами всеми, они не могли еще понять. Конечно, тому преданному нужно будет пройти еще путь, чтобы развить качество, чтобы удержать это бхакти, иначе если он, ну, не разовьет соответствующие качества, то есть ему будет трудно сохранять это сознание. Вот. И это все останется просто теорией, скажем так. Но, тем не менее, это вот интересный, да, такой пример. Спасибо, да, за вопрос. Так, пожалуйста, еще. Последний вопрос, если кто-то хочет. Да, пожалуйста. Да, если у нас возникает какой-то вопрос, слышали вопрос, да? То есть если мы читаем Шримад Бхагаватам, и у нас возникает какой-то вопрос, который мы не понимаем, то что делать? Останавливаться, пока не поймешь дальше, или же записать его и потом спросить, или просто пропускать и читать дальше? То есть как правильно поступать, какие варианты? Ну, и тот, и другой, и третий вариант все равно будет как бы работать. Вот. Но лучше всего записывать. Как, знаете, вот у вас есть такая, как, чтобы не забыть просто этот вопрос, его можно спросить, потом вы придете в храм, например, преданные обсуждают Бхагаватам, и можно задать вопрос. Вот я читала Бхагаватам, вот такой вопрос у меня есть, и кто-то из более опытных преданных может ответить. Либо задать духовному учителю, да, то есть когда можете встретиться с ним. Либо же вы продолжаете читать Шримад Бхагаватам, но запомнив этот вопрос, вы потом читайте, вдруг, вау, так вот Шрила Прабхупада дает на него ответ. Вот такие тоже у вас случаи будут, если вы будете запоминать вопросы. Но если вы забудете его, то, конечно, вы можете даже не заметить, что был ответ на этот вопрос. Вот. И в то же самое время, даже так, постепенно у вас начнет формироваться понимание. Собственно, этот вопрос больше не возникнет, если вы ответ прочитаете и как-то его услышите, скажем так. Да.
Но лучше, если вы прям записываете вопросы, медитируете на них, молитесь Кришне, чтобы он дал вам ответы, и спрашивайте у вайшнавов, либо Бхагаватам, да, ищите, либо от гуру узнаете, гуру садху-шастры. Так мы постепенно развеиваем какие-то свои непонимания, сомнения. Таким образом. Харе Кришна. Спасибо, дорогие преданные. Да, удачного вам дня. Шрила Прабхупада ки джай. Нитай Гаур Премананды. Гранд Рад Шримад Бхагаватам ки джай. Харе Кришна. Джай.